У Могилеве на день незалежности народилось 9 немаулят. 6 хлопчиков и 3 девчонки отчувают себе добрые, чекают выписки до дому. Новонародженных и их мати пришли повиншивать с двойным святом представники улады и активисты громадского объединения «Беларусь». У першей Могилевской больнице у день незалежности Беларуси 3 липня на свет з'явилася 4 хлопчики и 1 девчина. У свята вырашили дать нам отпочить, жартуя медперсонал. И додают, что звычайно за сутки тут родов принимают значно частей. Обычно рожается в день 10 детей. В этот день родилось у нас 5 детей. Дети все родились хорошие, здоровенькие. За что надо сказать спасибо и мамам, и отцам, ну и медперсоналу, который работал в этот день. За год у першей Могилевской больницы нарожается около 3500 деток. Все лето чекают больше новорожденных. В этом году мы работаем неплохо. У нас за 6 месяцев прошло на 200 родов больше, чем в прошлом году. Тых, кому пощастило з'явиться на свет у День незалежности Беларуси, повиншовали не только родные. Долучились и представники улады, и активисты громадского объединения «Беларусь». Я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети были самыми счастливыми, самыми удачливыми, чтобы вы их гордились, они стали настоящими гражданами нашей Республики Беларусь. Зрозуміла, что у всех этой женщины марать худшей вернуться до дому. Мавляв, их уже зачакалися родные. Муж уже первым поздравил вас? Поздравил, да. Что сказал? Здоровья пожелал, сил побольше, терпения. Еще 6 деток, по 2 хлопчика и девчонки народилось 3 липня у Могилевской городской больницы худкой медицинской допомоги. Их так само повиншовали с двойным святом. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, Новини Регіон.